Вот и кончились последние выходные этого 2021 года. Они были немножко суматошные, веселые, немножко бестолковые. И хотелось бы, чтобы следующий год был тоже в таком же хорошем настроении. Весь день потихонечку шел снежок, и вот даже на дороге он уже почти что и не тает. День хороший, а давайте придумаем новую пословицу. Как проведешь последнее воскресенье года, такой год и будет. А вдруг завтра снег растает, и я не успею снять все это в снежном украшении? И собанька сидит и ждет нас, когда мы приедем. А я такая в капюшоне. Холодно, однако. Ключи у меня в кармане. Вытащил. Вырвалась, вырвалась. Соседи нам говорят, что у нас самое красивое зимнее украшение в этом сезоне, а нам приятно. А вот это вот шумит, это вот эта акация шумит своими, благо холодно, своими семенами, стручками. Видите, какой у нас снег? Сыпет как мука. А температура снова опускается? И завтра уже будет такой конкретный минус, если снег будет продолжать идти, так это нам тут навалит. Навалит нам тут снега. Здорово. Заодно можно посмотреть и кино у соседей. Ну, не знаю, такой большой может быть и проектор. Так красиво эти звездочки рассыпаются во все стороны. Да, на улице выскочила, бегает. Пусть немножко проветрится. Опять он с лопатой. Ну что же это такое? Спать уже иди. Да оно за утро свежего навалит, уже не будет такое скользкое. За ночь.
букетик собрала сухоцветов, хотела сюда воткнуть горшок. Так и не успела до морозов. Юрка, ты просто вечный двигатель. У тебя, дай бог тебе здоровья. Так на улице хорошо. Слушайте, снимаю, куда камера себе показывает. И уходить не хочется. Морозит совсем легкий, где-то минус один, минус два. Но, наверное, ночью все-таки покрепчает. Все? Да. Идем? Да. Ну все. Собака. Пошли. Где собака? Зови. А собака. Где? Где? Несется? Аде, иди ко мне. Давай домой. Давай. Несется. Не проходите мимо. Пронеслась. Пошли, Аде. Ну дай ей покататься по снегу. Все, домой. Заходи, идем домой. Спокойной ночи и всем говорим. На коврик сразу, да? Вот такие дела. Вчера вам снимала вечером, спешила снимать все в снегу, все свои новогодние декорации во дворе. Думала, сниму, пока есть снег, потому что к утру растает, а к утру насыпала еще больше. Ну, давайте еще раз посмотрим, как это все выглядит днем, при дневном свете. Снегом елку завалила. Тут у меня золотые и красные игрушечки. Игрушечки в основном. А у меня, между прочим, каждый сезон получаются разные какие-то украшения. По-разному. И, в принципе, можно посмотреть, порыться в моих видео и найти, как у меня было в прошлые годы. Вот, допустим, вот эти наши деревянные чудачки-чувачки, снежные наши ребятки. В прошлом году мы их не ставили, потому что как-то они за все годы поднадоели, а в этом году я за ними соскучилась и поставила снова. Видите, какие они классные, веселые ребята. Ну и можжевельник украсила в том же стиле, как и елочку, красным золотом. В прошлом году тут висели зеркальные шарики, а в этом году вот красненькие. Веночек у меня здесь традиционный висит. Сама я его делала несколько лет назад. Вот он так очень хорошо сохраняется. И очень классно украшает входную дверь. Ну а наверху вот второй год подряд я придумала такое нестандартное решение. Сапожки новогодние и колпачки. Вот из новенького тут шишечки повесила. А вот эти шарики в эко-стиле делала в прошлом году. Есть видео, можно посмотреть. Ну и гирлянда горит. Гирлянду вы уже видели, как она горит. И давайте уже пойдем в дом и посмотрим на домашнюю елку.